все, вот такая вот чистая вода у вас будет после просмотра моих видео. Этого и не только. Посмотрите обязательно до конца. Старался в этом видео сделать всю информацию максимально эффективной, максимально подробной и коротко об этом рассказав. Вот, и без лишней болтовни. Что, друзья, всех с праздником 1 мая. Теплый у нас летний вечер. Теплый летний день. Но у вас уже будет, конечно, не 1 мая. Вот, и по традиции записываю видео про бассейн. То сейчас я его буду готовить. Начинает, потому что уже начинает немножко зеленеть. Даже не зеленеть, пошел осадок. Все это взбаламутило. Очень я сейчас все буду подробно рассказывать. В этом видео будет все про бассейн от и до. Независимо от того, новый вы купили или у вас уже стоит старый. Этот бассейн у меня простоял всю зиму. Поэтому с каждым годом, у меня где-то опыт уже 8 или 9 лет в эксплуатации бассейна, с каждым годом что-то все новое и новое появляется. Вот в этом году получилось, что прибавилось зимовка бассейна, опыт вот этой эксплуатации зимы. В общем, обо всем буду подробненько рассказывать. Давайте начинать. Со мной здесь сегодня детки. Мы тут набрали семян, собираемся сажать еще потихоньку. Но в этом видео только про бассейн. В этом видео у нас будет все и про бассейн, и про фильтр, и про шланги, про подключение, и про очистку. В общем, все обо всем в этом видосе. Давайте начинать. Давайте начнем с бассейна. У меня он уже стоит. Если вы купили новый бассейн в коробке, давайте сейчас расскажу, как его собирать, как ставить. Так, все по-быстренько. Смотрите, вы кладете, раскладываете вот этот вот баннер сам, вот так ровненько по кругу. Перед этим обязательно нужно подготовить ровную поверхность. Она должна быть реально ровная. Желательно прям идеально ровной, грабельками, еще чем-то, чтобы не было уклонов, наклонов, потому что иначе у вас будет в одном месте больше воды, в другом месте меньше, и эти трубки будут перетягивать. В общем, делаем ровную поверхность. Потом на эту ровную поверхность стелим, обязательно стелим либо баннер, вот в моем случае рекламный баннер, то есть, кто не знает, я занимаюсь рекламой уже 15 лет, у нас остаются такие рекламные баннеры. Один в два слоя. Если нет баннера, можете постелить геотекстиль, все, что найдете. Сейчас, зайка, пойдем. Пленку, все, что угодно, берете мягкое, такое, если уже ничего не нашли, но на крайний случай картон. Просто стелите. Для чего это нужно? Когда в следующем, в конце сезона вы соберетесь собрать бассейн, собирать его тоже нужно, желательно. Пойдем, это покажу. Я тоже попозже расскажу. Сейчас, зайти. Вы, когда будете собирать бассейн, начнете его мыть, вы поднимете, и вся вот эта грязь, она настолько сильно прилипнет к бассейну, все это будет черное, просто реально замучаетесь его мыть. А если у вас будут картонки или еще что-то, так спокойненько оторвете все. Если будут вот такие баннеры, то это вообще без проблем, просто берете, поднимаете, собираете, будем, да, сажать семеножки. Так, в общем, сделали, постелили, берите обязательно с запасом, вот так, как у меня, можно даже еще больше. Потому что вокруг бассейна всегда вот так будет вытаптываться земля. А потом, если будет меньше у вас диаметр, вся эта трава туда поползет, и грязь все равно начнет туда заходить. Поэтому делайте с запасом. В общем, расстелили, выровняли, все, кладете вот этот баннер так по кругу. Достаете ваши вот эти палки и вставляете сначала одну, каждую палку вот так вот в эту баннерную ткань. Во все вставляете, по кругу разложили вот так вот. Дальше берете эти треугольнички, вот такие у вас будут. Состыковываете их вот с такими штучками, специальными замками. Все по кругу состыковали, собрали. Все, дальше ставим вот эти стойки, палки. Вот, и просовываем через вот эту вот дополнительную ленту. И снаружи у вас должен оказаться вот такой вот шнур. Все, быстро, вкратце, но это реально очень просто. Это самая быстрая инструкция, которая только есть. Обязательно ставите вот эти вот вход и выход для фильтра в том направлении, где у вас будет стоять фильтр. У меня вот здесь вот. А желательно лучше вообще поближе, если у вас возможность есть такая, ставите поближе. Ну, у меня там навес, я туда поставил, у меня есть дополнительные шланги, чтобы все дело удлинить. Бассейн у меня на всякий случай Best Way, 150, какой 150, 360 на 105. Планирую в этом году сделать другой бассейн, но поскольку у меня осталась вода на зиму, вот, то я оставил этот. Про фильтры, бассейны, где приобрести, все полезные ссылки, как всегда, будут под видео. На всякие фишки, штучки, акции, в общем, все, что есть. Заходите всегда обязательно, например, жмите на паузу, заходите, смотрите, что для вас есть интересного. Вот, переходите там и потом дальше смотрите видос. Смотрите, если у вас есть пенополистирол экструдированный или любой другой пенопласт, лучше, конечно, положить под дно вот этот пенопласт. Для чего это нужно? Потому что зимой в области остывает земля сильно. Если у вас будет пенопласт там лежать,
Он у вас будет сохранять тепло от бассейна, и вот холод, который вот так вот проходит, не будет остужать воду снизу. Вот. И вообще у меня в планах было, знаете, как заглубить все это дело, по кругу наложить пенополистирол, снизу пенополистирол, и чтобы бассейн там буквально вот так настолько выступал там от земли, и там это все было в тепле, и тогда бассейн будет более теплый. Я этого не делаю, потому что у меня дети, я не хочу, чтобы они туда упали, когда меня рядом нет, а так сюда они не залезут. Так, все, дальше вы поставили бассейн, прикрутили все затычки, одну затычку, крышку сюда повтыкали, вот так вот затычки вот такие, и туда воткнули. Все, аккуратненько разложили, начинаем наполнять бассейн. Наливаем сначала немного воды, потом либо снаружи входим по кругу, растягиваем все это дело, и либо изнутри еще можно залезть, там в сапогах, пока вот чуть-чуть воды, прям начинайте по чуть-чуть лить и расправляйте все, чтобы не было у вас вот таких складок, как у меня сейчас на дне. Вот позже мы увидим, как эта вода посветлеет, все расскажу, как делать, если у вас также на зиму остался бассейн не слит, или вообще у вас мутная вода. Вот, потихоньку к этому ко всему перейдем. Чтобы не было таких складок. У меня эти складки. Почему? Потому что я оставлял бассейн на зимовку. Даже сливал его, когда поначалу. Все равно туда падает снег. А дождь, пока тебя здесь нету, это все оттаивает, замерзает. Вот такой слой воды все равно будет, потому что пробка находится на таком уровне. Вот. И что случается зимой, даже если его сливаете? У меня выдавило вот эту пробку. Порвало, раздавило. Выдавила ткань, вот так вот ее выперла из земли, и появилась такая, этот баннер растянулся, теперь эти складки вот эти никуда вообще не могут деться, от них теперь не избавиться. Все, теперь это вот такой испорченный бассейн. Поэтому мы приходим к плавно к тому вопросу, а собирать ли бассейн зимой. Да, друзья, собирайте, мойте, убирайте, только в такое место, где нет мышей, мыши жрут. Эта ткань ПВХ не очень любит. Вот. Лучше мое вот 8-летнее, там, 9-летнее заключение. Собирать бассейн, убирать его, мыть, чтобы все чистенько было, чтобы ничего не заплеснило, просушивать, все складывать, убирать. Не минитесь, реально сборка бассейна может занять 15 минут. Вот. И разборка его тоже 15 минут. С опытом это приходит. С опытом просмотров моих видео это тоже придет. Все, дальше наполняем бассейн. Распрямляем, все у вас будет ровненько, все аккуратненько. Не торопитесь, самое главное, чтобы если будет много воды, вы уже потом не сможете ни подтянуть, ни передвинуть. Проверяем все стойки, чтобы все ровненько стояло. Вот так по кругу ходим, постоянно переставляем, потому что может быть усадочка еще определенная, да, если у вас мягкое дно. Вот, кстати, песок вот почему-то не рекомендуют сыпать. Кто-то сыпет, кто-то нет. Но вообще в инструкции по применению не рекомендуют сыпать песок. Вот у меня твердая земля, своя вот такая же вот здесь. Она там грабельками разрыхана и сделана. Все, и сверху баннер, больше там ничего нету. И вот перед набором бассейна вообще все рекомендуют альгицидом обработать стенки. Если он у вас есть, обрабатывайте. Я за 8 лет использования ни разу этого не делал. И вроде бы все нормально. Вода разная была, и заказная. Я привозил воду, если у вас проблемы с водой, можно заказать поливалку. Звоните на станцию, вам привезут. О цене лично как бы договаривались. Из колодца, из скважины, откуда есть вода, набирайте. Ну, к воде сейчас попозже перейдем. Все, набираем водичку. И постепенно можно подключать фильтры. Смотрите, выходы есть Б и есть выход А. Точнее, там у нас будет... Вот, туда будет входить вода, потому что там уровень ниже. Что займает? Я буду человека ловить. Давай. А вот это А, сюда будет вода втекать. То есть, если вы ничего не понимаете, то есть тот уровень, который выше, вот отсюда вода будет вытекать. Который ниже, туда будет забор воды происходить. Дальше смотрим. У нас же здесь же на фильтре. Ставим фильтр уже где-нибудь поближе, как вам удобнее. Вот, и начинаем его подключать. Сейчас я достану шланги и буду все вам показывать. Друзья, пока не забыл, огромная просьба от меня поддерживать это видео, если вам оно было полезно, информация, или просто интересно было посмотреть. Любым комментарием, спасибо, смайлик, там можно написать все что угодно. Конечно же, подписывайтесь на канал, колокольчики жмите, чтобы не пропускать видео. Вот, и делитесь этим видео в соцсетях, если есть такая возможность. Поддерживайте, это будет моя... Будет огромное спасибо вам от меня, а с вас как бы, ну, это будет такая благодарность, если действительно было полезно. Так, сейчас я поставлю себе стульчик, штатив возьму, чтобы удобнее было снимать. Вот, и вы тоже присаживайтесь поудобнее. Смотрите, сразу рекомендую заготовить какое-нибудь ведерко, какую-то коробку, чтобы у вас была вот такая вот штука непромокаемая, желательно, где вы будете складывать все. Все, что касается бассейна, это обязательно нужно сделать, потому что иначе вы рано или поздно потеряете какие-нибудь резинки, какие-нибудь переходники, и вам просто замучитесь искать где-то там. Кошка утащит, где-то мышка, где-то ребенок. Вот, поэтому сделайте себе. Вот, и я достаю, допустим, вместе с фильтром сейчас после сезона. Принес его сюда, беру это ведро. Все, больше не надо никуда бегать. Сынуль вот мне мог принес шланги, которые мы сейчас с вами будем подключать. Так, ну и давайте вместе с вами втыкать. Смотрите, втыкаем. Здесь у вас на момент втыкания будут пробки стоять. Пусть стоят.
Вот, подключаем. А, пока не затягиваем, потому что когда будем вынимать пробки, потом затянем. А, почему я рекомендовал ставить ближе? Видите, мне приходится такие соединители делать. Я из ПНДшки, из обычной взял, сделал. Вот, потому что разные размеры везде продаются. Все, смотрите, там буква А. Ничего не перепутаем. Втыкаем точно так же в букву А. Здесь у вас будет написано, вот она, буква А. Вот здесь вставляем и здесь сразу же закручиваем до конца. Здесь ставили и сразу плотненько все закрутили. Проверяем, чтобы здесь все резинки были. Если вдруг у кого-то такой насос, прям подробное видео есть, под видео будет ссылка на лайв-канал. На лайв-канале я прям подробное видео снял, как собирать этот фильтр, как разбирать. Потому что не у всех такой фильтр. Поэтому, если кому интересно, заходите, смотрите, там найдете видос. Вот, все подробно-подробно рассказано. Подождите, рановато мы с вами стали подключать. Нам нужно сначала засыпать туда песок. Есть отметка минимум, есть максимум. Смотрите, песок. Я каждый год, это кварцевый песок специально для фильтров. Сейчас я его тащил. Каждый год я покупал новый песок. В прошлый год я попробовал сохранить этот песок. И у меня получилось. Раньше я говорил, все время куда-нибудь высыпать, не париться, покупать новый. Вот, но кто живет далеко, и мы тоже в том числе, там 130 км с Москвы, нам неудобно. Бывает такое, что собираюсь ставить фильтр, а песка нету. Вот этот геморрой. Я решил его сохранить, попробовать. У меня получилось. В общем, я его... там дырочку сливную пробку открыл, максимум слил по максимуму. Потом сюда высыпав такую плоскую поверхность. Это, кстати, тазик для мытья ног, приход в бассейн. Но мы не пользуемся. Насыпал сюда и поставил в сауну. Все, он у меня просох. Я проверял, там дырочки делал, чтобы он, главное, не стух. Потому что он легко очень может стухнуть, если его где-нибудь в ведре оставить, он просто стухнет. В общем, надо пролить, просушить. И теперь его можно обратно засыпать. Он чистый. Вот, после обратной промывочки он будет... хорошо работать. Вот, потому что если покупаете, кстати, новый песок, вам придется обратную промывку дольше делать. А, нужно муть слить. Все, но об этом сейчас тоже поговорим кратко. Все, засыпаем песочек аккуратненько. Главное не просыпать мимо. Все, высыпали песок. Позвали детей поиграть в песочницу. Полька сразу прибежала. Вот, в общем, между отметкой минимум-максимум я сыплю ближе к максимуму. Вот так вот. Смотрите, самое главное, чтобы на этих резинках не оставался песок. Надо вычищать обязательно, иначе будет протекать. Прям очень-очень тщательно. Надо водой, щеткой, чем угодно вымывать. Все, я снял резинку, прям все вычистил щеткой. И аккуратненько обратно резиночку поставил, чтобы все плотненько было, проверять. Иначе потечет. Все, и закрываем крышкой. Сразу ставьте, чтобы у вас вот этот выход С был соотносительно вот с этим выходом С. Почка, нет, вот этот песок, детка, нельзя играть. Папа шутил. У тебя есть своя песочница. Все, и затягиваем железной штучкой. Смотрите, еще под фильтр я рекомендую тоже класть вот такую вот какую-нибудь пленку, потому что иначе там будут муравьи рыть землю и туда вот, в эти все части, туда напихивать вам землю. Вот, постелить что-то тоже так будет лучше. Вот, погодка распогодилась, я уже разделся, но не догола, до майки. Птички, мышки тут появляются. В общем, это плотно затягиваем, иначе давление будет высоко, течет. Здесь, кстати, есть манометр, который будет показывать давление. Если у вас будет превышать, доходить до красной линии, то это значит, надо делать обратную промывочку. Все, собираем остатки фильтра по инструкции, которые есть на лайв-канале. Если что, чтобы здесь не затягивать видос, все подключаем. Все, дальше подключаем букву Б к букве Б. Главное не перепутать. Видите, как у меня получается далеко находится. И вот так я все удлинил. Здесь пока тоже сильно не затягиваем, потому что там пробка стоит. Попозже я вам покажу, когда открывать. Все, подключили. Смотрите, главное не перепутать. Здесь еще есть буковка D. D это нужно для обратной промывки. Вот здесь тоже подключается такой же, как и здесь переходник. Но у меня оказался шланг на 8-й год. Я узнал, что его можно сразу сюда подключить и будет удобно. То есть он не будет здесь упираться. Вот так будет уходить для обратной промывки в кусты куда-нибудь. Так, еще раз все проверяем, чтобы ничего не перепутать. Буковка B это у нас... входное отверстие, все идет. Насос пока не включаем в розетку, потому что нам пока что нету воды. Не надо без воды включать. Все, а дальше я одеваю маску. Дальше я одеваю на голову камеру и будем сейчас подключать, буду вам показывать. Так, смотрите, все там проверили, что все затянуто, все плотненько, потому что сейчас туда польется вода. Давайте начнем вот с выхода, где будет выходить вода. Здесь отсоединяем, если присоединено. Вынимаем пробку. Дальше вставляем вот так вот поплотнее, прям максимально. И здесь еще и закручиваем. Вообще должна быть еще вот здесь такая штука, вот видите, как выгибает. Чтобы не выгибало, вот либо вот такую, либо вот такую. Смотря какая у вас есть.
Значит, что потом можно поменять, это не проблема. Все вот так вот вставляете, чтобы ее не коребило. И потом закручиваете. Только вам сначала надо вставить эту штуку плотненько, а потом уже одевать вот эту, иначе не войдет. Все. И потом уже так проворачиваем и затягиваем. Этот выход у нас уже открытый. Но поскольку воды немного, а наливаю ее немного, потому что пока холодно, не сильно жарко, а вода будет долго прогреваться. И поэтому, чем меньше пока что будет воды, тем быстрее она будет нагреваться. Вот, ну и плюс у меня еще летотент. Я вообще буду доставать, не знаю, в этом видео или в следующем. Наверное, в следующем отдельно целое видео посвящу. Это чтобы такая штука, чтобы вода была теплой, без дополнительного электричества, без дополнительной оплаты. Летотент называется. Ну, тоже ссылка оставлю в описании. Но будет прям целый видос про нее. Вот, буду все экспериментировать, ставить. Хочу, чтобы вода была теплая, как в Турции. Всегда. То есть сезон с этой штукой открывается раньше и закрывается позже, потому что эффект парника. Теплую штуку можно убирать, собирать. Стоит, кстати, не очень дорого, не так, как теплицы дорогие. Все, дальше вынимаем пробку. И пошла вода горячая, естественно, самотеком сразу сюда пошла, побежала. Проверяем, чтобы нигде ничего не текло, чтобы вот здесь не вытекало. Смотрите, эту штуку сразу до конца не затягиваем. Сейчас вода сюда подойдет, там образуется внутреннее давление. Мы эту штуку откроем, чтобы вода туда начала забегать. Когда она туда пойдет в песок, наполнится. Вообще на сухую нельзя запускать. Вот видите, вода побежала отсюда. Мы сейчас закроем. Вообще будет лучше, если вы сделаете уровень выше. Это вообще надо делать, чтобы отсюда вода затекла тоже и зашла сюда давлением, то есть наполнила песок водой, потому что воду лучше не запускать на сухом песке. То есть тогда вот в моем случае сейчас надо будет тогда опять это открывать и наливать туда воды, чтобы там была вода в песке, чтобы нормальное давление было, никаких косяков не было. Вот так, так вот рекомендуется делать. В общем, я не поленился, открутил, налил туда воды, потому что не хочется совсем решиться сейчас насоса в такой ситуации. И там надо обязательно крышечку вот такую закрутить. Видите, у меня была не закручена сливная пробка такая вот. Достаем розетку. Я рекомендую все эти вот соединения держать в пакете день под навесом. Дополнительно пакет никогда не повредит, потому что бывает влажность, еще что-нибудь. А так у вас все будет изолировано. И у меня, смотрите, я насос подключаю через такой киевский таймер, чтобы фильтр автоматически включался. И фильтровал-то обязательно надо делать. Смотрите, я выставляю вот ночью, когда дешевое электричество, у меня побольше крутит, вот где-то с часу до 4, потом перерывчик, там, ну, до 6 часов. Надо от кубатуры высчитывать и мощности насоса, сколько вам нужно, чтобы насос прогонял полностью весь объем. И периодически он у меня днем включается, также в зависимости от загрязнения, на полчасика, и также периодичность регулирует. Это очень удобная штука, то есть без нее вообще сложно будет. Вот, все, втыкаем. Смотрим, что сейчас будет. Также есть принудительное включение или по таймеру. Так, ну что, проверяем еще разочек, чтобы нигде не было никаких пробок. Не там вставлено, не здесь, чтобы все было подключено, не текло. А здесь все у нас прикручено. И запускаем вместе с вами. Ба-бам. Пошла вода горячая. У меня вода пошла холодная. Ну, это естественно. И смотрите, у меня я включил сразу на фильтре. Давайте я остановлю и объясню вам. Вы при первом запуске, при новом песке, включайте сразу на бэквош. Вот здесь есть такой вот бэквош. Вот его включаете, делаете обратную промывку. Берете свой шланг бэквош. Вот так, какой-нибудь тазик, чтобы вы видели, что льется. Вода польется мутная. Потому что песок нужно будет вымыть новый. Иначе у вас все это в бассейн полетит сразу же, потом замучить, чистить. Все, промываем до светлой воды, чтобы ничего не выходило. Сейчас зачусь, я включу. Потом включаем на ринзу. Вот она ринза. Еще на ней секундочек 30, чтобы утрамбовать песочек. Так, сейчас будет такая вставочка. Это уже в конце у меня произошло. Смотрите, сейчас я там собирал. А, со дна все это. Практически весь бассейн собрал. А, естественно, там все это забивается. И я смотрю, что давление повышается к красному. Но практически уже не сосет. Сейчас буду делать обратную промывку, вам покажу. Включаем на бэквош. Включаем. И смотрите, какая сейчас вода пойдет. Сейчас всю эту грязюку будет выкидывать. Вот так наливаете куда-нибудь ведерко или в какую-нибудь тару, и видно, вот смотрите, как он все это вымывает обратно. Смотрите, такая грязюка. Мы тут все со дна сейчас собрало. Я вот так в кусты это подальше, чтобы здесь воду не разводить. Можно вот так пальцем заткнуть, полить цветочки. Надо, чтобы у вас не сильно хлористая вода была, а то иначе цветочки хана будет. Вот так пошла вода более-менее светлая. Мне сейчас этого достаточно будет.
Опаньки, все выключаем, переключаем только когда выключен, лучше всего. Я иногда, конечно, игнорировал это правило. И опять включаем. И начинаем дальше фильтровать или собирать со дна всю воду, всю грязь. Все, и только потом мы с вами включаем фильтр. Я его включаю сразу сам. Естественно, сам включаю, тут еще не включить, потому что я уже там воды налил, сейчас грязь размазал. Все, и пошла водичка, вот так насос пошел фильтровать. Вот, смотрите, у меня на дне, я специально вам не стал это убирать, у меня вот он стоял в бассейн зиму, да, сразу скажу, что ничего не порвало, в эту зиму полностью так оставалось, возвращаемся к нашей теме, да, вот это у меня выдало предыдущими зимами, когда я сливал, я уже рассказывал, вот смотри, Поль, водичка льется, бутылки, которые, я знаю, будут комментарии, откидать бутылки не помогают, а я кидал, у вас эти бутылки замерзнут, но по краям у вас все равно зимой будет светить солнце, будет оттаивать. И вот эта ледяная корка, по кругу она будет оттаивать, то замерзать. И будет нарастать, естественно. Я увеличу в объемах и выдвину к вам вот эту пробку. Все. В общем, а в этот раз я оставил его целиком. Лишнего ничего не выдавил. Как было все, по капельке текло, так и течет. Я его вырубил, но вырубил не полностью, а вот таким вот переходником, чтобы он сейчас слилось туда вниз, вода. То есть можно также сделать и фонтанчик, чтобы детям повеселее было куда-нибудь вверх. Очень много чего я делал, много чего можно придумать. Главное включать фантазию. Вот так вот из-под воды он может сюда вылезать. Очень много чего можно придумать. И возвращаемся к зиме, да. Лучше, конечно, сливать. В этот раз у меня остался целый. Ничего не лопнул ни по бокам, нигде. Все осталось нормально. Мы эту пробку дополнительно тоже не выдавил, потому что она как текла с прошлого года. Так потекает, я ее уже внутри клеил. У меня тоже есть отдельный видос, там на лайв-канале везде. Смотрите, или здесь плейлист раздел «Дача», заходите, там тоже есть все эти видосы. Много видосов про бассейн. Если что-то найдете в этом видео, найдете в другом. Ну и также много видосов про Турцию, про отдых, про разные путешествия. В основном у нас канал о путешествиях, если кто-то зашел сюда только по бассейну. Вот, поэтому заходите, смотрите, получайте позитивные эмоции, положительные, все это там есть. Здесь мы плавно переходим к очистке. Вот я такие средства использовал, Лангофор. В прошлом году еще акваторию взял, попробовал, это подешевле. Нашел в обе. Ну, отдельная, это отдельная тема вообще, как наполнять, там читайте инструкцию, либо заходите, смотрите мои предыдущие видюшки по очистке бассейна. Вот, сейчас надо будет ударную дозу добавить, как на инструкции, потом поддерживающую. Смотри, зайчусь, вот сюда иди, здесь видно хорошо, вот отсюда, смотрите, все хочет посмотреть на фонтанчике. Вот туда убрал поле, а то он звук забивает сильно в камеру, не будет слышать. Еще, в общем, добавлять ударную дозу, потом текущую, все по инструкции. Либо смотрите мои предыдущие видосы, либо, если хотите, пишите в комментариях, я сниму новое видео, прямо в течение, как все будет происходить, как будем чистить. Вот, и смотрите, у меня на дне, естественно, тут была листва, я ее всю собрал вот этим сачком. Вот такой сачок, мне очень удобно, потому что он плоский, можно по дну собирать. Вот, и сейчас, пока начинает теплеть, вода пока не начала цвести, на, зайчусечка, на. Вода пока не начала цвести, но стало это на дне немного оседать. Я взял на эту же насадку на свою, одел вот такую щетку. Это здесь тем, у кого если вдруг тоже там зацвел. Но это, кстати, пригодится, это можно не перематывать. Это все-таки вам пригодится, у вас рано или поздно это начнется в течение сезона. Вы где-то упустите, еще что-то. Я это потер, и это сейчас все лежит там на дне. Я сейчас эту насадку прикреплю вот сюда к засасывающему элементу и начну все это дело собирать. Все, подключил я сейчас свой пылесос. Это я делал сам, все как бы сам шлангом придумал, как что переходить. Если интересно, пишите, я буду снимать. Вот, потому что это прям отдельная тема, все вот это по уборке, по чистке. В общем, да, это бабочка, это мотылек, зай. На, хочешь? Да. Сейчас я плавненько и медленно буду водить все, что это я уже начистил. Все это сейчас уйдет туда в трубу, засосется и будет вот такое вот чистое-чистое дно, чистый бассейн будет. Смотрите, уже тут поселился, не знаю, как это называется, такой жук, который может плавать под водой, над водой. Естественно, сейчас мы отсюда выловим, пока пусть живет. Еще рыбок сюда запустим. Водомерки прилетели к нам. Прилетели, приползли, родились, тут не знаю, как они появляются. Еще раз покажу вот эти средства, все по ударной дозе. Вначале, потом по текущей, все написано, все легко. Вот. Поэтому тоже я сейчас не знаю, посмотрю, какой из этих буду сейчас средств добавлять, подумаю, буду экспериментировать. Естественно, конечно же, буду все снимать. Все будет на канале, киса. Ты мне вот не даешь, зайка, поснимать. Чего ты боишься? Это просто паучок. Вот. Ну, не буду, наверное, все пихать в одно видео, действительно, с этими
очистками. Там все просто, то есть если вы сделаете все как в этом видео, соберете, добавите по инструкции средства, потому что у вас может быть другое средство, тоже по ссылкам там смотрите, в обби, там, в твоем доме, по-моему, все это есть сейчас с доставкой. Смотрите, изучайте. Вот, в принципе, вы сможете запустить уже бассейн, начать купаться. Вот, следующий видос у нас будет грелка. Будем подогревать. Очистка. Зай, только руки не суй, потому что вода холодная. Вода сейчас 10 градусов. Вот. Все, надеюсь, видос вам был полезен. Обязательно делитесь им, поддерживайте его, как я уже говорил, видео, комментариями, лайками, подписочкой. Ничего. Все, желаю всем теплых бассейнов, теплого, веселого купания, радостного, хорошей погоды. Солнечный, что не снял, пишите в комментариях, я отвечу на все вопросы. Также пишите, что поснимать еще, сниму все вопросы, которые вас интересуют. Вот. Все, огромное всем удачи и пока. Полюш, давай, скажи пока, Зай. Пока. Пока, всем скажу, что веселого бассейна солнечного такого. На всякий случай допишу в конце. Я сейчас на свою кубатуру, у меня есть 10 кубов, я бросаю 4 таблетки лонгофора, у меня они медленно растворяемые. Чтобы водичка началась хлорироваться. Начала. Можно, Зай, можно дышать. Главное убирать от детей подальше, на солнце не хоронить.